Что касается сезона, прежде всего хочу всех поблагодарить за проделанную работу. И тот отрезок времени, с которым я работал, ребята старались, работали, отдавались полноценно. Были у нас провальные игры, были хорошие игры, поэтому всем спасибо. Спасибо всей академии, которая приходит на наши матчи домашние, поддерживает руководство. Всем огромное спасибо за то, что поддерживают нашу команду молодежную. То, что касается сейчас матча, матч, скажу так, по содержанию игры получился не такой, как хотелось бы. То есть мало было качества содержательного футбола. Во главу угла, наверное, для ребят стоял результат, но не для тренеров. Потому что установки не выполнили, на установке было сказано, что самое главное сейчас для нас содержательный футбол. Но тем не менее, спасибо ребятам за то, что они выиграли. Могли еще мы два мяча забить, Канате не забили. И поэтому напряженная игра была до конца матча. Ну, слава богу, что выиграли. Артур Вячеславович, может быть, содержание игры было не таким хорошим по той простой причине, что очень насыщенный график у команды в последнее время игровой? Это тоже одна из причин. Но на нее ссылаться, допустим, и говорить о том, что это насыщенный график, мы ни в коем случае не собираемся и не будем. В любой ситуации нужно выходить с достоинством и честью. Ну, так получилось, что немножко по содержанию не получилось, как хотелось бы. Ну, ничего страшного. Какие дальнейшие планы у команды? Дальнейшие планы. Сейчас нужно качественно отдохнуть до 9 числа. С 9 числа начинается сбор. 96-му году предстоит в ближайшее время участие в финале чемпионата России. Как-то готовиться к этому турниру отдельно команда будет? Будет команда готовиться с 9 числа по 28-е. Параллельно, самое главное, к турниру. Но потом по окончании турнира будет участвовать в чемпионате России по молодежному первенству. Опять это график напряженный для нас будет. Но будем стараться выйти с него по достоинству.